Сейчас, друзья, вы кое-что услышите. Это будет песня про чай. Самый здоровский напиток в мире – это, конечно, копорский иван-чай. Иван-чай, выпей и не скучай, иван-чай. Выпей, е-е-е-е, ай-яй-яй, иван-чай. Выпей и не скучай, иван-чай. Выпей, е-е-е-е-е-е, ай-яй-яй. Если у тебя проблемы со здоровьем, может, ты захворал невзначай. То встать надо, и тебе быстро поможет. Что? Что? Ну, конечно. Иван-чай. Иван-чай, выпей и не скучай. Иван-чай, выпей, е-е-е-е-е-е-е, ай-яй-яй. Иван-чай, выпей и не скучай. Иван-чай, выпей, выпей, Иван-чай, ай-яй-яй. Рассказать одну песню про него нереально. Лечит он почти все, почти все. Простатит и нервозность, но еще там гастрит, язву, метеоризм и мигрени. И еще он, конечно, отличное средство от лени. А потому что он придает силу и бодрость, и позитивный настрой, благодаря богатому комплексу всяческих витаминов. Иван-чай, выпей и не скучай, Иван-чай, выпей, Иван-чай, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Иван-чай, выпей и не скучай, Иван-чай, выпей, Иван-чай, ай-яй-яй-яй. Ну, надеюсь, вам эта песня понравилась. Может быть, кто-то для себя почерпнул полезную информацию. Ну, вообще, я советую вам принимать каждый день иван-чай по несколько кружечек, можно там 2-3. И будете здоровы, и будете меня благодарить за эту песню. Ну, в общем, да, что-то типа того. Иван-чай, выпей, не скучай, иван-чай, иван-чай, выпей, иван-чай, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Иван-чай, выпей и не скучай, иван-чай, выпей, иван-чай, ай-яй-яй-яй.